как говорится, этот самый не купила, но зато купила своим пухластым засранцам немножко вкусняшек. Увидела какие-то новые. У нас обычно продаются такие, как сейчас покажу. Такая вкусняшка. Это у нас с коровкой. Правда, не в полную стоимость. О, а это у нас с сыром. Не знаю. Взяла по одной и взяла вот таких еще шебы. Но они подешевле. Да. А с магазина, по-моему, 10 стоят. Они так периодически хорошо им, если они начинают, как бы это сказать, бастовать, то надо им менять корм, и это как такая штука помогает немножко. Помогает немножко разнообразить питание этим двум пухнастым засранцам. Заехать в один торговый центр, называется Геркулес, и очень мне захотелось припарковаться наверху. Сейчас скажу почему. Потому что очень красивый вид. Я всегда паркуюсь внизу, потому что там, скажем так, погодные условия не всегда позволяют. Вот здесь вот можно паркануться. Вот так, сейчас сюда так красивенько встанем. Вот. А сейчас так красиво, что я решила припарковаться наверху. Тепло, хорошо. Ехала сюда, увидела эти огоньки. Просто вот потрясающий вид. Блин, я засниму это все во всей красе. Редко я здесь бываю. Можно сказать, что второй или третий раз за мою жизнь. О. Город красивый. Какая панорама. Это река. А за ней вот так вот красиво выглядит. Вот там вот. Вот вдалеке. Плоховато видно. Протерла немножко камеру, но, по-моему, далековато, конечно. Не фокусируется. Ну, так в целом, конечно. Красиво. О. И я на фоне этой красоты. Вот, чтобы спуститься вниз, здесь есть и лифты, а есть и вот такие эскалаторы. Вот. Такая тут красотень. Сейчас туда и потопаем. Кто соскучился по эскалаторам? Ой, это я. Я так давно не каталась на всей этой деревенской жизни, знаете ли. Лишний раз прокатишься на лифте, прокатишься по эскалатору. Да, аж идет. Я одна наслаждаюсь эскалатором. Короче, накупила немножко себе и мамику вещичек. Забыла про съемку совсем. Сейчас пойду что-нибудь перекушу и поеду домой. Такие симпатичные штучки. Вообще-то мне сумка нужна.
Ну, хотя, пойду-ка я посмотрю сумку. Там я видела такую интересную сумку. Пойду гляну. Может, мороженцу вдарить? Вкусняшки всякие. Кишева. В общем, вкусно. Ну вот, называется «Здрасте, Новый год». Вышла из магазина, смотрю, что-то такое непонятное срывается. Вот. В общем, короче говоря, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, снег ты нам, засранец, принес. Вот, в общем, начал что-то падать снег, сейчас около нуля, поэтому спешу домой. Ну как, спешу не в плане того, что гоню, что дурная, просто хочется успеть домой до того, как начнет все это дело быть непролазным. В целом, я сегодня нормально так съездила по своим делам, плюс чуть-чуть подкупилась, еще узнала насчет, где можно попробовать отремонтировать мобилку, то есть этот экран мой разбитый. Сказали, что, в общем, в Жене есть один мальчик, который делает это. Спросила, сколько стоит, порядка 3000. 3000 это, ну, 300 евро, короче говоря. Вот. Так что я в раздумьях. Это приблизительно 1/3 от стоимости нового телефона. То есть, если, скажем так, добавить пару тысяч, можно купить Samsung 8 за 4,5-5 тысяч крон, имеется в виду. Но, в общем, пока он работает, то пусть он работает. Как сдохнет, так сдохнет. Потому что я смотрю, что то, что он треснут, это и бог с ним, но я смотрю, нижняя часть начала уже как-то темнеть. То есть видно, что-то там не так хорошо работает. Ну, в общем-то, бог с ним. Пока живет, будем пользоваться. А как скопытится, то скопытится. Вот, у меня есть старенький телефончик, такой смартфон. Я им пользуюсь, когда в Бресте, то есть параллельный телефон. Вот, то если что, то я перейду на него, если будет уже такая полная... Если будет вот такая вот засада. Так, ну а в целом, в общем-то, сделала себе приятное. Кстати, скидки начались. Неплохие такие скидки. Есть такие весьма хорошие вещи относительно, ну, где-то 50%, где-то 30%. Я себе сумочку прикупила за 50%. Такую красную, куча кармашков, на молнии застегивают, ну, такой длинный хороший ремешок, такой толстый ремешок, то есть, скажем так, сумочка сама то в дорогу, как говорится, через плечо ее перекинул и поскакал. Открывается легко и просто, покажу как-нибудь при случае. Вот, что еще? Купила пару тряпочек по скидке. Что еще купила? Купила себе бутерброд, хотела съесть по дороге, но что-то как-то
держусь, что-то не хочется. Вроде хотелось, а сейчас перехотелось. И купила себе чашечку кофе с собой. Вот, почти допила его. Сейчас еще пару раз сёрбну и будет готово. До дома мне минут 20. Вот, при хорошей дороге, а там как получится. Вот, погода что-то непонятная. То ли снег, то ли мокрый снег. Ну, что-то такое мотыляется. А вот такие вот дела. Ладно, как доеду, свистну. Ну, тут вообще прям зима зимой. Это я проехала как раз границу Дрангедал-Камюнны. Уже все белое, уже абсолютно все деревья, все веточки, каждая. Все это покрыто белым снегом. Да, каких-то пару часов между весной или осенью и зимой. Ну, собственно, как всегда. Ну, может, я, конечно, съеду еще на мой хутор. Там будет... Или там ничего не будет, а может там наоборот снега будет еще в два раза больше. Ну, короче, посмотрим. Вот я и дома. Да, уезжала была. Была весна, приехала, снег катит в глаза. Лето красное пропело, оглянуться не успела. Как метель метет в глаза. Да, я дома. Дома. Встречающий заныкался. Здравствуй, мой золотой кот. Здравствуй, ты моя торпеда. Ой, так припарковалась. Здравствуй, кот мой. Здравствуй, мой кот. Да, здравствуй. Здравствуй, мой золотой. Здравствуй. А я тебе вкусняшки купила. И Фоксик тоже. Мяу. Ты мяу. Оти-оти, потягуси. Гуси-гуси, потягуси. В общем, все. У нас снег. У-у. Ну что, юный друг, всегда быть юным. Пойдем домой. Пойдем, Пупсик, пойдем домой. О, следы неведомых зверушек, следы. О, следы неведомых зверей. Пойдем домой. О, светит своими фонариками. Пойдем. Ой-ой-ой.